Аргентинский дог. Аргентинский дог, также известный как дог Аргентина или аргентинский мастиф, является породой большой собаки, происходящей из Аргентины. Он был разведен в первой половине 20 века для охоты на диких животных, таких как кабаны и пумы, а также для охраны и защиты семьи и имущества. Аргентинский дог имеет мощное телосложение и мускулистую структуру. Он достигает высоты в холке около 60-68 сантиметров и может весить от 40 до 45 килограммов. У него короткая, гладкая шерсть, обычно белого цвета, хотя небольшие пятна других оттенков также допустимы. Эта порода известна своей преданностью и защитными качествами. Аргентинский дог обычно хорошо ладит с детьми и может быть отличным семейным питомцем, но требует социализации и обучения с раннего возраста. Он обладает высокой энергией и требует регулярных физических нагрузок и активных прогулок. Важно отметить, что аргентинский дог является сильной и могущественной породой, и его содержание требует ответственности соответствующих условий. В некоторых странах существуют ограничения на его разведение и владение из-за его потенциальной агрессивности. Если вы рассматриваете введение аргентинского дога в свою семью, важно провести дополнительное исследование и обратиться к опытным заводчикам или экспертам в области породы, чтобы получить более подробную информацию и советы о требованиях по уходу, социализации и тренировке этой породы.